І далі повернімося на схід і поговоримо про ситуацію в Харкові. Докладніше, я розпитаю про неї мера міста Ігоря Терехова. Він зараз на зв'язку з нами. Пане Ігорю, добрий вечір, слава Україні. Інтенсивність... Слава, вітаю вас. Вітаю. Інтенсивність обстрілів Харкова зросла. Сьогодні знову загиблі, поранені. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на тепер. На самом деле еще не было дня с начала российской агрессии, когда город Харьков бы не подвергался тотальным бомбардировкам. Причем бомбардировки осуществляются из земли, осуществлялись из воздуха. Начиная с вчерашнего дня очень усилились бомбардировки города Харькова, и география стала более широкой. И враг бомбит жилые дома, жилые микрорайоны. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. Самое ужасное, что погибают дети. И бомбардировки абсолютно в любое время суток происходят. Утром, вечером, ночью. Ночью интенсивность возрастает, днем интенсивность возрастает. И, знаете, вот я с первых дней войны говорил, что российский агрессор осуществляет геноцид против украинского народа, против украинской нации. И это очень заметно на примере города Харькова, потому что действительно бомбят, постоянно бомбят жилые микрорайоны. Люди лишаются крова над головой. Мы переселяем людей в школы, в детские садики, но, к сожалению, и туда попадают снаряды. Очень много школ разрушено, очень много больниц разрушено, поликлиник разрушено, детских садов разрушено. И, конечно же, ситуация очень тяжелая, но, тем не менее, мы контролируем ситуацию. Сегодня работают все наши коммунальные службы. Мы убираем мусор. Мы доставляем воду в жилые дома, централизованно доставляем. Мы подаем тепло, мы подаем горячую воду в 3700 домов в городе Харькове. Кроме того, вместе с волонтерами мы получаем материальную гуманитарную помощь. Я имею в виду продукты питания, я имею в виду медикаменты, предметы первой необходимости. Мы получаем по линии офиса президента Владимира Зеленского, мы получаем от кабинета министров Украины, мы получаем от наших других городов, от всех мэров городов, там, где не ведутся активные боевые действия. Получаем и от городов побратимов. Я обратился ко всем городам побратимов, и сегодня мы тоже получаем такую гуманитарную помощь и раздаем эту помощь людям. Но ситуация тяжелая. А скажіть, будь ласка, з огляду на прогнози останнього часу про загострення на сході та півдні, зокрема в Харкові, як місто готується до оборони? Ви знаєте, ми з перших днів війни сьогодні готуємося до оборони. Сьогодні наші вооружені сили України, наша територіальна оборона очень четко работает, отражают поползновения врагов к атаке города Харькова. Основные, конечно, боевые действия разворачиваются в Харьковской области, это в районе Изюма, Боровой. И, конечно, там наши вооруженные силы дают отпор врагу. Пане Ігорі, Андрій Єрмак, глава Офісу президента, закликав мешканців Луганської та Донецької областей негайно евакуюватися. А чи планується масова евакуація з Харкова? І якщо можна, скільки людей вже виїхали? І головне, скільки ще залишається? Ну, хочу вам сказати, що в нас немає такої інформації о тому, що необхідна евакуація з міста Харкова, тому що бої основні ведуться дійсно Донецька, Луганська область, так як сказав глава Офісу президента Андрій Борисович Єрмак. Но то, что касается Харькова, у нас сегодня есть возможности. Все люди, которые хотели или хотят, они имеют возможность выехать из города Харькова. Но вы знаете,
очень много людей не хотят покидать город Харьков. Наоборот, очень много людей приезжают в город, потому что у нас работают магазины, у нас работают аптеки, у нас осуществляется стабильная жизнедеятельность и жизнеобеспечение города Харькова. Но, тем не менее, те люди, которые хотели, они имеют такую возможность, и те, кто хочет, может покинуть город Харьков. По моим оценкам, сегодня процентов 30 населения покинуло город Харьков, но это прежде всего женщины, женщины с детьми покинули город Харьков. Но очень много харьковчан не хочет никуда уезжать. И вот я общаюсь с харьковчанами, мне всегда говорят, почему мы должны покидать свой город. Мы здесь родились, мы здесь выросли, мы здесь хотим жить и будем жить. И, конечно, знаете, у меня был случай, когда я был на вокзале и провожал людей, которые выезжали из города. Все мне говорили о том, что мы вернемся в город после нашей победы, обязательно отстроим, и все будет Украина. А скажіть, будь ласка, для тих людей, хто зараз перебуває в Харкові, для жителів міста, чи зараз є безпечні місця, де можна почутися відносно спокійно, відпочити? Ви знаєте, я призиваю всіх людей сьогодні як можна менше, особливо в нічне время, проводити в квартиры, в домах, спускаться в бомбоубежище, на станции метрополитена, в подвальные помещения, там, где мы можем их обеспечить горячим питанием, продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости. И там более безопасно, чем находиться, конечно, в жилых домах, в квартирах, потому что сегодня нет абсолютно из 9 районов города Харькова, куда бы ни попадали вражеские снаряды. И поэтому сегодня говорить о том, что одно место безопаснее, а другое небезопаснее, не приходится. Самое безопасное укрытие – это, конечно же, станция метрополитена, бомбоубежище, подвальные помещения. І, звісно, я би не хотів не задати вам, не поставити вам це питання. Скажіть, будь ласка, пане Ігорю, які плани на відновлення Харкова в майбутньому? Зокрема, хотів обов'язково запитати вас, як ви ставитеся до того, що кажуть, принаймні у мережі, що Норман Фостер, можливо, відновлюватиме Харків. Це британський архітектор, і серед його проєктів Apple Park, наприклад. А ви чули про це? Як ви ставитеся до такого? То, что чул, я могу сказать историю этого вопроса. Этот вопрос, вы знаете, я благодарен очень нашим коллегам, международным партнерам, потому что после моего выступления на форуме мэров, которое организовала в Женеве ООН, я общался по скайпу с ними, и после моего выступления уважаемый архитектор с мировым именем, он сам захотел участвовать в восстановлении города Харькова. И вот в субботу у меня с ним состоится телефонный разговор по этому вопросу. Сегодня мы подготовили часть документов. Мы сегодня уже создали группу по восстановлению города Харькова. Туда вошли наши архитекторы, иностранные архитекторы. И я очень надеюсь, конечно, что город Харьков будет восстановлен в кратчайшие сроки, и он получит совершенно новый архитектурный ансамбль, но при этом сохранив, конечно, сохранив изюминку города Харькова, пикетовский определенный стиль. Для нас это очень важно. И вот уже сегодня, общаясь с нашими архитекторами, я хотел бы, чтобы развитие города Харькова осуществлялось в нескольких направлениях. Ну, во-первых, это центральная часть города, административные здания, которыми славился город Харьков, они должны приобрести новый стиль, новую архитектуру, уже современную архитектуру. Второй момент – это, конечно же, то, о чем я говорю, это жилые микрорайоны. Они должны быть тоже нового архитектурного направления. И в то же время они должны быть обязательно, так же, как административные здания, с бомбоубежищами, с подземными паркингами, которые будут служить
бомбовбіжищами в случае чего. Пане Ігорю, вибачте, будь ласка, це дуже цікаво. Ми обов'язково з вами поговоримо, і я дуже би хотів, щоб після вашої суботньої розмови, може, на наступний день ми з вами зустрілися знову в ефірі, обговорили. Але, на жаль, час зараз вже завершується. Я дуже вам дякую за розмову. Ми обов'язково її продовжимо. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова. Дякую вам за вашу роботу і за ваш час.